Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал Fuck You, друзья, и мы продолжаем дневник трейдера. Что ж, друзья, сразу напоминаю вам о нашем розыгрыше, который идет на канале. Теперь вы являетесь прямыми соучастниками, друзья, нашего канала. Не просто подписчиками, не просто зрителями, а соучастниками. Потому что от вас зависит сумма розыгрыша, друзья, на нашем канале, которую мы проведем в конце этого года. И будет разыгрываться годовой баланс канала, друзья. Все, что канал заработает за год, все мы разыграем. И будет у нас 5 победителей. Поэтому не стесняйтесь, рассылайте наши видео по соцсетям, по друзьям. Мы ничем плохим здесь не занимаемся, мы не матюкаемся, мы обучаемся такой профессии, как трейдинг. Для начала мы начнем с рынка Форекс, обучимся на рынке Форекс торговать, обучимся пониманию рынка и дальше пойдем в рынок акций, друзья. Вот. Поэтому не стесняйтесь, распространяйте наши видосы. И будет, чем больше будет просмотров, тем больше будет годовой канал, баланс канала, тем больше денег, друзья, мы разыграем с вами. Вот. Первое место, у нас будет 5 призовых мест. Первое место получит 40% годового баланса, второе и третье место по 20%, и четвертое и пятое по 10%. Поэтому сумма выплаты, скажем так, зависит теперь только от вас, друзья. А для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, надо просто оставлять комментарии под видео. И все, кто комментирует, потом рандомно сайт выберет из комментаторов, выберет кого-то в победители, 5 победителей. Есть специальные сайты, которые из комментариев рандомно выбирают, друзья, победителей всяких разных розыгрышей. Итак, сейчас немножечко прикручу звук, потому что слышу, что немножко громковато. Четверочку сделаем. Итак, друзья, я уже вошел в позицию по иене. Почему я это сделал, друзья? Потому что на часовом графике у нас была большая консолидация под этим уровнем. Видим, один день, второй, третий, четвертый день. Потом цену хотели ночью, 4 часа ночи, рвануть вниз на токийской сессии, не получилось, все выкупилось, да, и пошел сильный импульс вверх, пробили уровень, потом немножечко прижимались уровнем, но основная масса сконсолидировалась сверху, и дальше у нас было ложное пробитие, цена вернулась обратно над уровнем и зафиксировалась, закрылась над уровнем, и новый бар у нас начал открываться и пошел, друзья, вверх. Поэтому я здесь вошел в позицию на покупку. Вот, как мы видим, сейчас немножко идет просадка, друзья, у нас. Вот, но здесь у нас есть локальный уровень поддержки. Вот, за который не выпускали, как мы видим в канале, да. Есть немножко еще ниже уровень поддержки. Вот, как мы видим, он отзеркаливается вот здесь и вот здесь, уже в локальной ситуации. И вот был небольшой ложный пробойчик. Поэтому я думаю, что цена ниже вот этого уровня не пойдет. Поэтому вошел в сделку с минимальным стоп-лоссом в 10 пунктов на 30 пунктов тейк-профита. Да? 3 к 1. Вот. Отсиживаем эту позицию. И пока это все у нас там работает, можем проанализировать, друзья, другие валютные пары. Итак, австралиец точно так же у нас. Я не знаю, что случилось ночью сегодня, но какой-то был рывок, да, и корреляция была по всем валютным парам, которые по соотношению к доллару. Вот. Была какая-то резкая продажа и потом резкий выкуп, как мы видим, причем выкупилось все, что продалось, даже немножко больше. Цена пыталась закрепиться над уровнем. И вот произошло закрепление. И сейчас, если будет еще один ретест уровня, в принципе, Money Risk Management нам позволяет еще войти в сделку одну, не больше 200 пунктов. И если будет еще
тычок в уровень, будем отсюда, друзья, входить. Вот тоже с небольшим стоп-лоссом в 100 пунктов, 100 на 300, да, как раз вот АТР еще у нас есть дневной, по австралийцу можно будет входить в сделочку, будем наблюдать, друзья. Сейчас даже я выставлю алертик нижний, который нам скажет, когда цена подойдет к уровню. Вот, алертик выставлен, поехали дальше. Канадец, друзья, у нас точно так же, как мы видим, колерирует, да, то есть все, что соотношению к доллару, все, был какой-то резкий рывок непонятный у разных валютных пар, эта величина была разная, да, но обратно же все выкупилось, причем один в один выкупилось, да, и пытались дальше потом тоже на открытии европейской сессии толкать вверх, но силы не хватило, и мы видим, что цена потом обратно упала вниз. Сейчас, если будет опять ретест уровня, от ретеста уровня тоже будем входить здесь на продажу. Ставим пока что алертик и поехали дальше. Новозеландец. Новозеландец тоже подошел у нас к уровню, как мы видим, друзья. Вчера были очень хорошие торги. Да, новозеландец хорошо вчера прошел. 800 пунктов, да, вот, поэтому сегодня, друзья, тоже поджимают его под уровень 65.30, да, вот даже видим, вот немножечко уровень сместился, 65.030 у нас уровень стоит исторический, но не добивают до него, и получается вот сейчас уровень где-то у нас 64.900, да, 64.900 плюс-минус локальный уровень, который тестируют, который пытаются пройти. Ну, грубо говоря, без малого, без 7 пунктов 65.30. Сидим, ждем, тоже смотрим, что будет происходить. Но по новозеландцу АТР почти весь пройден. Вот, почти весь пройден на покупку, как мы видим. И сюда ходила цена. Вот, поэтому здесь надо быть в этой ситуации очень аккуратным. Дальше, фунтик. Фунтик у нас вот какой-то нашел себе локальный уровень. Да, есть здесь локальный уровнечек такой, 450 получается у нас уровень. И цена, получается, возле него крутится. Но цена недалеко от уровня. Здесь, наверное, была отработка двойной вершины. Полностью себя отработала на 60%. 600 пунктов цена проходила вверх. Да, но нету вот как здесь проторговки над уровнем, друзья, нету. Поэтому здесь тоже ситуация непонятная пока что. Поэтому фунт пока что нам не интересен. Евро-доллар, друзья. Евро-доллар прошел достаточно. Сейчас гляну музыку. Музычка немножечко громковата. Чуть-чуть прикрутим. Вот. Евро-доллар, друзья, у нас тоже сегодня хорошо прошел. После этого ночного в 4 часа тоже видим, да, было резкое падение на 400 пунктов. Дальше не пустили ниже уровня. Цена приподнялась, и сейчас вот еще на 300 пунктов сходила вверх. Тоже, в принципе, почти весь АТР дневной израсходован. Непонятно, будет ли что-то. Вот на европейских новостях хорошо цена у нас сыграла вверх. Да? Евро укрепился. И сейчас идет какая-то локальная консолидация. Вот мы видим возле уровня 12.800. Да, может быть продолжение движения. Еще у нас, в принципе, еще 250 пунктов есть. И, ну, в принципе, это как раз и этот канал, 250 пунктов. Вот, цена может еще сходить. Хотя это 250 пунктов. А, как раз, да, до границы АТР. В принципе, ну, внутри канала входить в сделку, это не надо делать. Друзья, вот интересная у нас ситуация по доллар-франку. По доллар-франку, смотрите, было тоже у нас
резкое падение. Это в 4 часа ночи был подъем, да, сейчас резкое падение тоже произошло, цена прижалась к уровню, тестировала уровень. Смотрите, как копейка в копейку, цена бьется у нас в уровень 94 426. Вот, ниже не пошла. Вот, и сейчас, друзья, цена у нас вышла над уровнем, и тоже будем ждать ближнего ретеста уровня, друзья. Будем ждать ближнего ретеста вот этого уровня. В принципе, друзья, быстренький такой обзорчик мажорных наших пар, по которым мы торгуем, провели. Поэтому сейчас я ставлю, друзья, на паузу и уже буду включаться по мере поступления каких-то интересностей на рынке, да. Возьмем ли мы Take Profit по иене и войдем ли мы еще в какую-то сделку сегодня. Вот, я буду включаться и буду вам показывать, друзья. Поэтому для вас это, как всегда, несколько секунд, а для меня это может быть полдня. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь, и сейчас вы увидите, произошло ли что-то интересное. Итак, друзья, к сожалению, получаем мы стоп-лосс. Небольшой, правда, стоп-лоссик, 10 долларов всего лишь, 100 пунктов, да, но получаем стоп-лосс. Пошел импульс на падение перед новостями, наверное, скорее всего, что прогнозы по новости у нас по Америке хорошие, да, и получается, перед новостями пошло укрепление доллара, вот, и пошел у нас импульс на продажу, друзья. Я думал, почему вошел в позицию в эту, потому что думал, что сейчас немножечко прикручу музыку, а хотя нормально играет. Вот. Почему вошел в эту позицию, друзья? Потому что, увидев вот это накопление энергии над уровнем, да, закрепление, вот, потом увидев ложный пробой, вот как на часовичке он выглядел, да, ложный пробой, все, что продали, все и сразу и выкупили, да, и закрепилась, цена закрылась, вернее, над уровнем, вот, я думал, что будет у нас закрепление над уровнем и дальше поход цены вверх. Но нет, какой-то резкий импульс, друзья, и цена пробила даже вот уже нижний уровень 106. Вот ударилась у нас цена в уровень 106 500. Вот от уровня 106 500, в принципе, тоже можно продавать, но опять же, ATR сегодняшний уже израсходован полностью, непонятно, будет ли движение дальше вниз. Сейчас зайдем на противоход, да, от уровня 106 500, и получим очередной стоп-лосс. Давайте вообще посмотрим, есть ли у нас уровень на 106 500. 106 400. Ну вот, 106 500 есть чуть-чуть выше, 106 526, да, есть у нас локальный уровень такой. Вот. В принципе, сейчас посмотрим на часовике. Но этот уровень тоже у нас отрабатывался. Как мы видим, цена ходила в канале между этими двумя уровнями. Мы просто добавим, друзья, добавим по вот этому бару. Сейчас. Здесь вот образование. По лоу вот этому добавим уровень. Лоу у нас 106 559, а здесь лоу у нас 106 572, а здесь 106 583. Среднее возьмем по этому бару 106 572 и поставим локальный уровень здесь 572. Вот, и попытаемся от него отработать, если цена будет идти дальше, друзья, у нас ниже этого уровня. Как мы видим, вот цена проколола этот уровень, сейчас топчется на нем.
Вот, как мы видим, крестик у нас образовался на 5 минутке. Опять же, непонятно, где в таком случае ставить стоп-лосс, потому что от уровня до уровня у нас 500 пунктов. Да, цена как сходила вниз этого канала. Ну, в принципе, можно поставить стоп-лосс выше этого уровня 150 пунктов. Давайте, друзья, тогда сделаем следующим образом. Войдем. Посмотрим на 5 минутки, что у нас здесь сейчас будет твориться. Будет ли у нас пробитие уровня 572 и уход ниже. Если будет, тогда войдем в позицию с 200 стоп-лоссом. Да? Даже сейчас сделаем лимитный ордер по цене 106 556. Так, отложенный ордер, sell stop по цене 106 556. Вот, установим этот отложенничек. Вот, стоп-лосс. Так, погодите, стоп-лосс у нас не хочет устанавливаться таким образом. Ладно, сделаем тогда модификацию уровня. Ладно, друзья, чтобы не затягивать видео, я сейчас отложенник сделаю и паузу отожму, вам покажу. Вот, друзья, установил такой отложенничек, получается. Сейчас будем смотреть, что у нас здесь будет происходить в этом канале. Я думаю, что цену сейчас здесь какое-то время поконсолидируют и будет еще ретест пробоя уровня, и цена рванет еще ниже. Почему я так думаю? Потому что, друзья, ниже уровня 106 500 у нас здесь не за что зацепиться. У нас здесь идет хороший полет дальше до следующего уровня 106 300. Вот, то есть 500-600 пунктов цена должна пролетать. Так что будем смотреть, друзья, и наблюдать за нашим отложничком. Пока что ставлю на паузу. Кстати, сколько там? 17 минут уже видео. Вот. Буду включаться только в самые интересные моменты. Пока что цена формирует ложный пробой. Посмотрим, выпустят ли ее обратно за уровень 106 682, или же она обратно пробьет наш уровень и полетит к нашему take profit. Все, ставлю, друзья, на паузу, включусь, когда что-то интересное произойдет. Итак, друзья, открылся наш отложенный ордер. Все, наблюдаем, не выпускает пока что цену. В ближайших 15 минут не выпустили цену обратно, да, это уже радует. И продолжают ее заталкивать дальше вниз. Вот, и как я говорил, ниже этого уровня 106 570, 106 500. Вот тут несколько пунктов плюс-минус. Вот мы видим, да, как четко у нас цена ударилась в уровень 106 517. Да, и ниже этого уровня здесь полет свободный, потому что на дневке мы видим, что просто тут несколько десятков дней. Давайте даже посмотрим точно, сколько десятков дней. 33 дня не за что зацепиться. Цена все время была выше, да. Вот, поэтому, друзья, ожидаем дальнейшего падения. Цена по доллар-иене и так уже прошла больше АТАРа своего дневного, да. То есть пошел пробой вот этой консолидации. Немножко мы здесь поспешили, получили стоп-лосс, но сейчас перевернулись и ждем продолжения тенденции на падение, так как ниже уровня 106 500, друзья, уже цену ничего не может сдержать. Все, ждем. Покажу вам, когда закончатся торги и чем они закончатся. Кстати, вот этот вот пробой сегодня вверх, друзья, верхнего уровня, скорее всего, был спровоцирован вот этими хорошими прогнозами по продаже нового жилья в Америке, да? Вот, но скорее всего, что выйдет у нас отрицательный показатель, поэтому рынок немножко отреагировал, немножко быстрее, и уже обрушился вниз. Сейчас посмотрим, конечно, будет ли импульс на продолжение. Хотелось бы, конечно, чтобы он произошел. Но мне кажется, что должен быть импульс, да, на продолжение движения.
потому что здесь уже цену не сдержит ничего. Просто дальше он может не так быстро, друзья, не так быстро двигаться, потому что основной импульс уже произошел, и дальше мы маленькими барами можем двигаться к следующему нижнему уровню. Все, пока ставлю на паузу, ждем, смотрим, что будет происходить. Итак, друзья, как мы видим, пока что я оказался прав. Пробили уровень 106.500 и дальше полет свободный уже 200 пунктов, цена прошла. Пока что ничего ее не сдерживает. Давайте немножко откроем пошире. Да, пробитие произошло, как говорится. 500 уровень пробит, и дальше цена у нас улетает, друзья, хорошо вниз. Вот уже 200 пунктов. Закрывается 5-минутка под свое закрытие. Это очень хороший сигнал, когда бар закрывается под свой лоу или хай. В данном случае нам интересен лоу. Бар закрылся под свой лоу. Это говорит о том, что у цены есть еще сила для движения. Будет продолжение движения. Вот, нам надо, друзья, чтобы цена прошла хотя бы 400 пунктов. Да, вот здесь мы уже сможем передвинуть наш стоп-лосс, друзья, в безубыточек. А дальше уже мы не потеряем, только будем ждать тейк-профита. Все, пока что ставлю на паузу. Перевернулись мы удачно. Ну, я, в принципе, так и ожидал. Если глянуть на часовик, у нас здесь образовался достаточно мощный канал. И мы должны были вылететь или сюда, или сюда. Вот это, походу, был поход за стопами. Да, здесь немножко людей разгуляли, раздразнили. И сейчас цена, смотрите, если взять за сегодняшний день, то цена уже прошла 1000 пунктов почти. Вот, 940 пунктов цена прошла за сегодня. Очень-таки достаточно хороший результат. Уже почти 1200 пунктов, это будет 2 дневных АТР. Долго копили позицию. Как мы видим, сейчас я прокруточку выключу. Как мы видим, не только здесь копилась цена, но и здесь копилась. Здесь был маленький. При таком накоплении вот это не потенциал, это просто перешли под уровень. Да, и вообще накопление вот по этому каналу началось вот здесь. Сюда пришли. Здесь мы остановились, как мы видим, вот четко уровень 106.572 здесь был отработан, да. И цена улетела в верхний канал. Поработав немножко несколько дней в верхнем канале, цену опять приземлили в нижний канал. Здесь она поработала. И сегодня было пробитие вверх. Поэтому я входил, друзья, на покупку, потому что думал, что вот тот весь потенциал будет реализован, друзья, на покупку. Но нет, как мы видим, потенциал реализовывают дальше на продажу. Дальше на продажу, а мы пока что, друзья, в плюсе и зарабатываем. Ставлю пока на паузу, переключаясь на 5-минуточку, для того, чтобы лучше было видно, что происходит с ценой. Да, и будем ждать окончания сегодняшнего дня уже. И окончание нашей позиции. Надеюсь, не придется переносить позицию на завтра. Вот. Ставлю пока на паузу. Для вас это несколько минут. А для меня, как всегда, это несколько часов, друзья. Итак, друзья, смотрим. Вышли новости в 17.00. И они очень позитивные для Америки. Как мы видим, вообще все новости там даже не очень сильные, да, и все вышли зеленым показателем. Это позитивный показатель для Америки. Продажи нового жилья май. Да, то есть все метрики вышли, как мы видим, в процентном соотношении очень хорошие. И у нас продолжается движение, друзья, в нашу сторону. Соответственно, доллар укрепляется по соотношению к иене, друзья. Вот, так что правильно мы перевернулись. Ну, опять же, я 2 минуты там или 5 минут назад в видео объяснял, почему я перевернулся, да, потому что вот то все накопление, которое мы видели там на протяжении 6-7 дней, оно должно было куда-то из этого канала пойти. Или вверх, или вниз. Вверх не дали, понятно по каким причинам, потому что ожидания рынка
Вот они были, поэтому начали давить вниз, да. Вот, а вышли еще лучшим показателем, поэтому, друзья, давление доллара продолжается. И я надеюсь, друзья, что таки додавят. Додавят хотя бы до уровня 106.30. Вот, и там будет небольшой пробочек. Сколько у нас тут? Да, у нас тут ерунда. 50 пунктов, друзья, до нашего take profit. То есть это после пробоя какой-то резкий пойдет импульс там на 50 пунктов. В принципе, take profit должны забрать. Вот, главное, чтобы до уровня цена дошла, а там импульсом take profit зацепит. Все, друзья, ставлю на паузу и уже по окончанию торгов включусь и покажу, что у нас получилось по данной позиции. Итак, друзья, у нас было следующее. У нас цена прошла 400 пунктов, даже больше, 460 пунктов в нашу сторону, поэтому мы обязаны стоп-лосс перетащить, друзья, в безубыток. И сейчас мы этим и займемся. Опять, блин, нажал на эту дурацкую ерунду. Как же ж ее удалить? Ладно, этим позже займусь. Тут осталась от прошлого индикатора ТАРа голова такая. Вот. А, close. Кнопочка отдельная. Так, что-то интернет у меня отвалился. Сейчас, друзья, восстановлю интернет. А, все, восстановился. И нам надо, получается, перетащить 10 пунктов. Цена должна быть 106.542. 106.539. Вот так вот перетащим сюда стоп-лосс наш. Но почему нет реакции? Начался дождь, интернет беспроводной. Да, видать, опять интернет отвалился. Сейчас, друзья, перетащу, включусь. Все, друзья, стоп-лосс поставил в безубыток. Ну и теперь остается только ждать или take profit, или безубыток. В принципе, запас ходу у нас хороший. Вот, еще 300 пунктов до нашего ордера. Вряд ли будет такой глубокий откат, да, до нашего стоп-лосса. Поэтому ожидаем отката где-то до уровня 300-400 максимально, да, и продолжение движения до конца дня в нашу сторону. Поэтому, друзья, ставлю пока на паузу, и как только будет что-то известно, дальше опять включусь. Итак, друзья, к сожалению, закрываемся мы в безубыток по этой сделке. Хорошая была позиция, друзья, хорошо цена сходила, на 470 пунктов еще прошла, но силы не хватило до конца дня для того, чтобы удержать эту позицию. Слава богу, удалось нам передвинуть стоп-лосс, друзья, в безубыток, и закрылись мы по безубытку. Ну, ничего страшного, значит, так должно быть. Значит, это была не наша позиция, друзья. Значит, возьмем, мы посмотрим завтра, что будет у нас происходить от этого уровня завтра. И постараемся войти на продолжение движения, если такая возможность будет. На сегодня у нас пока что, друзья, все. Все инструменты у нас сегодня хорошо сходили. У всех был хороший откат, волатильность на рынке большая, вот, торговать не очень удобно, как говорится. Вот, смотрим канадец. Канадец вот показывает нам двойное дно на краткосрочном тренде, да, вот, на часовом тренде показывает нам двойное дно, то есть будет еще рост 590, то есть где-то еще на 300 пунктов цена должна идти вверх. То есть, друзья, доллар будет укрепляться. Повыходили, очень сильно трейдеры толкали сегодня цену вниз. И когда достигли определенного уровня, не дойдя до нашего уровня, да, до take profit, где-то 100 пунктов не дошло до нашего take profit, друзья. И
повыходили из сделок, позакрывались, потому что те, кто открывались здесь, да, взяли хороший take profit, вот, от этого уровня, кто открывался, взяли хороший take profit, повыходили, и цена откатила, друзья, у нас к уровню. Ну, ничего страшного, мы будем смотреть за этим уровнем, следить, как цена, будет ли консолидация, будет ли у нас цена, войдет она ли в канал между вот этим уровнем и этим, да, между 106.682 и 106.572, будет ли здесь консолидация, и завтра, друзья, продолжим торговать. На сегодня у нас все. Друзья, было у нас две сделочки сегодня, одна с небольшим минусом и одна закрылась в безубыток. Ничего страшного, друзья, мы только учимся, поэтому подписывайтесь на канал, друзья, чтобы ничего не пропустить интересного, потому что с каждым днем прогресс все больше и больше, и берем мы и большие позиции. Главное, что нет у нас большой просадки, главное, что мы не теряем сильно деньги, а это самое главное для начинающих трейдеров. Не научиться не терять, друзья. Вот. А зарабатывать постепенно придет, как говорится. Вот. Надо всему учиться, потому что трейдинг — это наука непростая, друзья. Непростая, как я сравниваю это с хирургией. Надо быть очень хорошим хирургом, чтобы четко разрезать, да, и знать какой длины должен был быть разрез. Тут точно такая же аналогию можно провести, как с хирургией. Всем спасибо, друзья, за внимание. Всем спасибо, кто посмотрел данное видео. Не забываем ставить лайки, комментировать, потому что у нас идет розыгрыш, друзья, годовой прибыли нашего канала. Вот. Обязательно подписывайтесь на Telegram. Вот, не стесняйтесь делиться с друзьями, потому что от количества просмотров зависит то, друзья, какую сумму мы будем разыгрывать в конце этого года. Годовой баланс канала. Все, всем пока, будьте здоровы, зарабатывайте, все будет отлично, друзья.